Это были самые тяжелые дни Испанской Республики. Фашисты уже захватили Барселону и приближались к французской границе. Франко, поддерживаемый Германией и Италией, по пятам преследовал отступающих республиканцев. Дороги были забиты беженцами, которые надеялись найти пристанище и защиту во Франции. С фронта уже ушли последние интернациональные бригады. Мы с гневом и горечью покидали испанскую землю. Но таков был приказ. Таково было решение Лиги наций. Дорогу! Дайте проехать! Дайте дорогу! Черт возьми, дайте дорогу! Откуда? Из славянского батальона. Посмотри там. А ну, проезжай там. Куда проезжай? Не видишь, что ли? Эй, самолет! Самолет! Постойте, постойте.
куда вы тащите эту рухлядь? У нас для раненых не хватает места. Я за него отвечаю, доктор. Я дал расписку самому профессору Манрика. Извините. Идиот. Проверьте, пожалуйста, чтобы погрузили всех раненых. Всех. Стой, куда ты? А ну, подожди, подай назад. Назад. Еще назад. Назад. Куда сдать раненых? Везите дальше. Эвакуация. Как дальше? Послушайте. Что вам? Я привез раненых, черт возьми. У вас здесь что? Загоните машину под деревья. В воздухе фашисты. И не кричите, пожалуйста. И этот тоже. Они были живы. Только что они были живы. Неужели все? Что? Петер, жив. Несите его скорее. Ему надо сделать переливание, но у нас нет больше крови. Возьмите у меня. Я уже сказал, не возьму. Тогда возьмите у меня. Первая группа. Годится для всех. Что он говорит? Доктор, он ведь вам ясно. Что он хочет? Он хочет дать свою кровь. У него первая группа. Да? Ну что ж, если хочет, пусть дает. Пойдемте. Ну помогите мне! Подержите. Не бойтесь, это не больно. Я не боюсь. Ложитесь. Давайте, берите так. Ложитесь. У доктора на той стороне осталась больная жена. Вот он и нервничает. А что он сказал про Петра? Положение сложное, он не может долго ждать. Сделайте так. О, да, да. У вас великолепная вена. У всех артиллеристов такие вены. От тяжелой работы. Вы артиллерист? Был. Снаряды кончились, перешел в пехоту. Ну, хватит. А теперь мы уходим. А может быть... Произойдет чудо, и мы победим, а? А? Когда я их вез, они были еще живы. Война. Хватит? А? Подержите. Не вставайте. Я скоро вернусь. Как тихо. Странно, почему так тихо? Там никого нет. Как нет? Там никого нет. Все уехали, нас забыли.
Они вернутся. Они должны за мной вернуться. Вряд ли. Забыли. Тебя тоже забыли, дружище. А там не страшно. А я ему верила. Кому? Доктору. Он был отличным хирургом. Это любимые песни Петра. А как вас зовут? Жорж. Значит, как здесь говорят, Хорхе? Значит, так. А вас? Иветта. Веселенькое дело. А мост уже взорвали. Эй, кто там? Свои! Объезда нету! Машина не пройдет! Берег заминирован! Выходите. Куда пойдем? Не знаю. Прежде всего, надо перебраться на тот берег. Ну, иди сюда, я помогу. Я сама. Ну, довольно. Приятель, ты что, искупаться захотел? Там яма! Левее! Сюда! Надо помочь! Идем! Держись, держись, парень! Давай веревку! Держи веревку! Правее иди! Камням поближе. Правее, правее. Ну, давай руку. Эх ты, русалка. На. Замерзла, наверное. Ну, пошли. Длинный. Что вы здесь делаете? Мост охраняем. Мост взорван. Что же его охранять?
Приказ есть приказ. Послушай, пусть девочка платье выжмет. Иди, выжми. Не стреляют, что-то больше. Может, про вас забыли? Взорвали мост. И забыли. Ну как? Давно не курил. Голова кружится. Это от любви, парень. Спасибо. Пошли. Куда? Поищем мою часть. Веселенькая штучка, война. Жену найдешь, часть потеряешь. Ладно, пошли, пошли. А где сейчас славянский батальон? Дальше, где-то в долине. А ну, дайте-ка парочку гранат. Дай. Можно и больше. Не надо. Ну, мы пошли. Счастливо. Ты очень замерзла? Нет, мне теперь хорошо. Черт побери, да не плачь. Ну, мы теперь в безопасности, все будет хорошо. Не будет. Мы уже все потеряли, все. Нет больше Испании. Дождемся ли мы утро в этих горах? После каждой ночи бывает утро. А ты сам в это веришь? Верю. Ну пошли. Командир сказал, что... Минутка, Вета. Я тебя догоню. Иди. Да ты что, спать собрался? Забыл, нас же товарищи ждут. Не возись ты со своей периной. Идем. Подожди. Идем. Пошли скорее. Это тебе. Спасибо. Ну, что сказал командир? Они меня оставляют здесь, а тебя... Все интербригады уже ушли с фронта. Он не имеет права тебя оставить. Да, я знаю. А где сейчас славянский батальон? Говорит, ушел в Виссару. Виссару? Ясно. Ну, ложись. Пора спать.
как, холодно? Нет, мне очень тепло. А тебе? Сумасшедший, ты же простудишься. Хорхе. Ну что? Я боюсь. Чего тебе бояться? Тебе можно рассказать? Можно. Я боюсь за свою жизнь. Нет, ты не подумай. Я не боюсь погибнуть в бою. Я даже не знаю, как тебе объяснить. Понимаешь, меня пугает простая, обыкновенная смерть. Если бы ты знал, как хочется сделать что-нибудь такое, что-то очень-очень хорошее. Что бы я такое могла сделать, Хорхе, а? Ты еще сделаешь много хорошего. А пока спи. И тебе пора ложиться. Я нагрела тебе место. Я лягу, как только высохнет одежда. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Мы идем в наступление. А ты? Мне нужно обязательно найти своих Виссера. Прощай, Иветта. Прощай. Послушай, Хорхе, а ты кто, немец? Латыш. Латыш? А это где? Далеко. Послушай, Хорхе, может быть, если ты будешь во Франции, Кассис, Бодлера 9. Это адрес моего отца. Запомнишь? Кассис, Бодлера 9. Запомню. Хорхе! Как ты сказал? Откуда ты? Из Латвии. А. Una noche y pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche y pasó, ay Carmela, ay Carmela. Бойцы интернациональных бригад, вы говорили на разных языках, но мы вас понимали. Вы с пением встречали опасность. Вы имеете право на гордость. Вы история и вы легенда. Женщины Испании, расскажите вашим детям о том, как издалека, из чужих стран, они пришли к нам, покинув дома все, чтобы стать на сторону Испании. Тысячи из них остаются здесь, покрытые, как пеленой, землей Испании.
это взял. Выходи. Рад вас видеть, очень рад. Надеюсь, в карцере вы сумели все обдумать и понять, что убежать отсюда – тщетная надежда. Мне приказано вас охранять, и я буду вас охранять. Вот так. Это все. Идите. Хочется пить, господа. Прошу следовать за мной. Быстро. Быстро. А ну-ка, шевелись, шевелись. Быстро. Быстрее, быстрее, быстрее. Шевелись. Годы прошли, как одна кошмарная ночь. Ночь над Францией. Ночь, в которой невозможно дышать и жить. И теперь главное остаться верным себе. Не сдаваться. Не сдаваться. Thank you.
Получил капитан, называет, говорит, ну, пришлёт, говорит, а вы чумку приедете. Да врёх, давай сначала. А как мне вам там? Ну, да, друга. Zur Bruderschaft. Einverstanden? Väter, Väter. Вот тебе сигареты, Дени. С тех пор я распечатал. Ну, да ну вас. Вам помочь? А, нет, нет. А то я сильнее. Что, простите? Помочь? А, нет, спасибо, не надо. Жаль. Ролан. А? Bringen Sie eine Flasche Wein. Danke. Что вам угодно? Фройлайн, коктейль, zwei Cocktail. Минуточку, пожалуйста. Может быть, красного? Верно. Ребята. Да? Мы уходим. Он заплатит. Оставьте деньги на прилавке. До свидания. До свидания. К сожалению, нет. Тогда красного. Есть улитки. Подать? Ивета? Да. Я надеюсь, что на этот раз все должно получиться. Если не подведет погода, Дани. Значит, ночью в два. У старого базара. Будь точна и осторожна. Да, Дени. Проверка документов. Добрый вечер, мадемуазель. Добрый вечер. Ваши документы. Вы просили вермут. Документы в порядке. У меня всегда все в порядке, месье. Мадемуазель. Да, месье.
так у вас есть вермут. Да, мсье, и очень хороший. Два. Спасибо. Пошли. Fräulein, Sie haben hier eine ausgezeichnete französische Küche. Ivetta? Да. Значит, в два у базара. Ладно. Ну, ну, мне пора. Уже уходишь? Да. Будь осторожен. Помни, что я тебе сказал. Хорошо, Дани. Ну все, вставайте. Пойдем. Пойдем. Хорошо. Замечательно. Петр, я заплачу. Заплачу. Не надо. Я заплачу. Ты вчера. Снимаемся с якоря. Ну ладно, ты ладья, я тебя подожду. Получите с нас. На обратном пути зайдем. На обратном пути. А ты сегодня не против остаться, а? Тут на ногах плохо стоишь, по-моему. А, нет, это я бывал. Ну пойдем, пойдем, пойдем. Нет, я расскажу. До свидания, Вет. Я бывал. Ну пойдем. Пошли, пошли. Ну пошли, ладно. Nein, nein. Noch ein Schluck. Oh, Jude. Wir sind allein geblieben. Sie schaut schon böse auf uns. Fräulein, Sie wollen wahrscheinlich schon Schluss machen. Wir werden Sie nicht aufhalten. Komm, Mädchen. Mm. Zieh den Mantel an. Bitteschön. So. Jetzt den Pelz noch. So, komm, gehen wir. Komm, lass mir einen Schluck. So. Ein Moment. Ach, mein Kopf. Verzeihen Sie, Fräulein. Ich habe vergessen zu bezahlen. Bitte. Auf Wiedersehen. Nun, meine Kleine, höchste Zeit, dass wir nach Hause kommen, nicht? Vorsichtig. So. Хорхе. Хорхе, откуда ты здесь взялся? В твоем баре ушей нет. Нет, можешь говорить спокойно, здесь никого нет. Я бежал из концентрационного лагеря. Ты ко мне шел? Я шел к своим товарищам. Но опоздал, они уехали в Советский Союз. А потом я решил разыскать тебя. Что это за удостоверение? Ты меня спасла. Хорхе, я уже почти перестала верить, что мы с тобой снова увидимся. Нам нельзя здесь оставаться. Пойдем. Mm-hmm.
Иди ужинать. Кофе сейчас тоже будет готов. Ты помнишь утро в Пиренеях? Помню. Когда ты ушел, я вдруг почувствовала себя такой одинокой, беззащитной. И я начала плакать. Кофе уже готов. Хорхе, достань там, в шкафчике. Пожалуйста, Хорхе. А, спасибо. Ну, Хорхе. Я только сейчас почувствовала, как я устала весь день на ногах. Разве медсестрой было легче? Бар полезен не только немцам. Я, конечно, могла бы найти себе более легкую работу, но так нужно, Хорхе. Все-таки это трудно. Послушай, Вета, я хочу пробраться в горы к партизанам. Не знаешь ли ты, кто бы мог мне помочь? У меня там был друг. Самый лучший друг. Ему фашисты отрубили голову. Когда это случилось? Недавно. Несколько месяцев тому назад. Но кушай. Придется мне, наверное, сменить работу. Товарищи уже предупреждали. Иногда мне становится страшно, Хорхе. А вдруг все оборвется? Из-за глупой случайности все может окончиться. Не останется ничего, ничего, темнота. Улыбаться Бошам. Кормить их. Поить. Все время не знать, кто с тобой говорит, друг или предатель. Все время не знать, кому можно верить, кому нет. Я часто вспоминаю Испанию. Там было все по-другому. В руках оружие, впереди враг, рядом друг. Да. Привет тебе от папаши. А ты где его встретил? Я у него ночевал. А-а-а. Мы с ним выпили, поговорили. Выпьем. И он дал мне твой адрес. Ты можешь включить радио? Да. Я ужасно отстал. Я даже не знаю, что происходит в мире. Ничего не знаю. А? Москва? Thank you.
четыре шага. Ой, гармоника в юге на зло, заплутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло от моей негасимой любви. Не удивляйтесь. Мне поручено отвезти вас отсюда. Как? Куда? А Ивета знает, что... Сейчас не время разговаривать. Собирайте вещи и идемте. Только быстрее. С минуты на минуту здесь может быть гестапо. Порядке. Быстрее, в этот поезд. Thank you.
Ну вот, скоро приедем. А я бы могла так ехать всю жизнь. Тогда надо придумать дорогу, чтобы по ней ходил только наш поезд. И больше никто не путался под ногами. Как в сказке. А жаль, что в жизни все не так, как в сказке. Придет время, сравняется. Кончится война, и все будет по-другому. И мы будем совсем другими. Ты можешь это представить себе, Хорхе? Могу. Да гор уже рукой подать, кушать. Спасибо. Пожалуйста. Мишель, это, кажется, к тебе гость. Эй, ты, комариная душа, поднимись-ка повыше, чтобы я в тебя попал. Ну, что ты тянешь, Мишель? Ну, бросай, бросай. Сейчас попаду. Попал. Эх ты. Ну что, пошел? Да. Уже пора. Тропки заметены, и до Муарона порядочный конец. Постарайся к вечеру вернуться. Постараюсь. Пожалуйста, не отруби себе палец. Пустяки. Прежде, уходя в плавание, я матери заготавливал дров на год вперед. В
Тебе хочется домой? Да, все по домам. Ну что ж, я тоже поеду к отцу в Кассис. А возможно, в Париж. Знаешь, я боготворю Париж и парижан. Ой, вероятно, это очень мило иметь дюжину поклонников. Ну, перестань в это. Один ведет тебя в оперу, другой к Максиму, третий ни с того ни с сего преподносит тебе белый Рено. Ты что, против меня, да? Против меня? Ну, подожди. Сейчас я до тебя доберусь. Ну, держись. Ага. Споткнулась? Ну, теперь держись. Сейчас снежку к тебе холодненько. Пошли, да? Ты пойми. Я ведь собираюсь домой не для того, чтобы лежать на печке. Просто я там буду нужен больше, чем где-либо. Сменился с дежурства. Все в порядке. А что это вы полуночничаете? Симон принес хорошее известие. Боши удирают из Муарона. Железнодорожники обещают задержать поезда, если мы подоспеем. И что ты решил? Завтра с утра двинемся в путь. Ясно. Мне спать за эти годы. В горах Гвадарамы и Морены, где под каждым камнем копошились скорпионы. Под звездами Кастилии и Каталонии я спал в Пиренеях, на ветвях дубов, в окопной грязи, в карцерах и бараках концентрационных лагерей. О чем ты думаешь? Я думаю о том, что мне давно не было так спокойно, как сейчас. Я бесстыдно счастлива. Это, наверное, нехорошо. Кругом война. Кто-то умирает в эту минуту. А я очень, очень счастлива. И не хочу ничего, только чтобы так было всю мою жизнь.
всю нашу жизнь. Долгая-долгая жизнь и долгое-долгое счастье. Так бывает, Хорхе? Бывает. Только береги себя завтра, милый, пожалуйста. Если с тобой что-нибудь случится... Нам ничто больше не грозит. Немцы отовсюду бегут. С фашизмом покончено, ребята. Покончено навсегда. Милый мой. Los, hau ab mit der Kirche, alle hier! Sie bringen keine Maus mehr rein! Ich hoffe, ich hau mir das Ding nicht auf den Kopf hier! Weiter! Rein, so! Jetzt aber alle mit dem Koffer! Geh an die Seite! Was denn los? Was denn los? Partisanen! Значит, хозяйничал тогда здесь этот самый Д'Аламбер. Старик был с придурью, а дочка у него была красавица. Ничего не скажешь. Ну, пойду сменю пост. Да-да. Бывало, идут Д'Аламберы в воскресенье в церковь. Все парни с Даниэлой глаз не сводят. Ну и чего только не вытворяли парни, чтобы хоть кому-нибудь из них улыбнулась Даниэла. А я тогда дурной был. Я все время ломал себе голову, какую бы такую выкинуть шутку, чтобы Даниэла на меня обратила внимание. И ты знаешь, что я придумал? Симон, посмотри-ка, что это за люди? Это не наши, их слишком много. Немцы. Да, только этого нам еще и не хватало. Пустите. Подожди. Чего ты сходишь с ума? Видишь? Они проходят стороной. Какое им до нас дело? Могут в сыроварню и не зайти. Как их занесло в горы? Они сейчас готовы лезть в любую щель. Отойдите от окна. Может быть, идут узнать дорогу или за водой. Я выйду к ним, попробую как-нибудь уладить. Но дело плохо. По местам! Давай. Сейчас.
осторожней. Ну, полдороги отмахали. Скоро будем дома. Пожалуй, побольше. Ну что, тронулись дальше? Еще отдохнем немного. Да? Дьявольски хочется есть. Если мне сейчас попалась курица, я бы ее съел со всеми потрохами. Смотрите, о чем он мечтает. А сейчас он начнет нас уверять, что выпил бы ведро бургундского. О, хочешь, давай пари. А, слушай. Что? А, чем вы лакомитесь там у себя, в Латвии? Мы? Ну, скажем, с капутрой. Чем? Чем? Ну, как бы тебе это объяснить? Делаем такую кашу, заквашиваем, и получается еда. Летом она хорошо утоляет жажду. Да? Да. Говоришь, заквашиваете? Угу. Знаешь, я, пожалуй, съел бы даже это. Ну, пора. Тронулись. Ох, устал. Что такое? Спасибо. Хорошо. Сыроварня? Жаль, только мало.